Внимание всем постам и автопатрулям, внимание всем постам и автопатрулям. Минут 5-7 назад в магазине «Рин» по Советской 68 трое неизвестных открыто похитили кассовые ящики. Выехав на место, сотрудники вневедомственной охраны сразу же начали разыскные мероприятия. Прибыв на место, мы посмотрели первым делом видео, где установили, что трое нападавших было трое. Использовали они, на голове была у них маска и использовали металлическую арматуру. После мы со старшим сержантом Маянсиным, записав приметы, выдвинулись на поиски данных подозреваемых. Как видно на камерах видеонаблюдения, преступники действовали быстро и дерзко. Несмотря на это, скрыться с места преступления у них не получилось. Обнаружить подозреваемых удалось в соседнем дворе, когда злоумышленники пытались избавиться от одежды и куска арматуры, который и послужил их оружием. При виде полицейского налетчики бросились в рассыпную, но далеко уйти им не удалось. Благодаря слаженной работе сотрудников вневедомственной охраны, двое из трех нападавших были задержаны по горячим следам. Преступниками оказались несовершеннолетние подростки. Один из налетчиков был уже знаком полицейским и стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, но, как видно, исправлению не поддавался. Лица, совершившие данное преступление, являются несовершеннолетними. Двое из них – это по 17 лет. В отношении одного избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении второго в настоящий момент избранная мера пресечения в виде заключения под стражу. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой совершен группой лиц по предварительному заговору до 10 лет лишения свободы. То есть это тяжкое преступление.